В университетской клинике КФУ состоялась акция «Победим рак вместе». В открытии мероприятия приняли участие министр по делам молодежи республики, первый заместитель министра здравоохранения Татарстана, ректор КФУ и арт-директор Русфонда. В день старта акции любой желающий мог сдать 4 мл крови для проведения генетического типирования, чтобы данные могли быть занесены в регистр и использованы в дальнейшем при поиске генетически совместимого донора для пациента. А вот то, что мы сегодня присутствуем здесь, по сути, и даем старт формированию регистра костного мозга, это приложение, прямое приложение всех тех наработок, которые сделаны нами, всех наработок, которые сделал Росфонд. Наиболее актуальной темой остается привлечение добровольцев для вступления в регистр и информирование населения о безопасности процедуры. В этом деле важную роль может играть молодежь Республики Татарстан. Во время акции в регистр доноров костного мозга вступил и министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов. И очень приятно было слышать, что на базе нашего федерального университета, как Шадрович уже сказал, есть вся инфраструктура, лучшая инфраструктура, позволю себе так сказать, в нашей стране. Акция продлится до 22 сентября. А дальше Милова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.